А, панторезы. Бегают с двумя мечами. Какой еще Гоучан? О чем ты? А, мне послушайся. Чего еще раз? Я не расслышал, малость. А, ничего, ничего, ничего. Все, все, все. Вот это сейчас было, конечно, жирно. Я потом на записи прослушаю заново. Я что-то как-то... Это... Не надо. А тут что, запись еще есть? Потому что я снимаю же прохождение. Вы мне просто это... Ты понимаешь, что ты сейчас снял? Я не расслышал. Я же говорю, я потом пересмотрю. Такой компромат на Гурен, это пипец. А, блин, меня долбят, я не замечаю. Как ты записываешь, ты не пойму, ты прям с голосом. Ну как? С бандиками есть возможность. А, бандиком. Короче, Гурь, послышалось, услышит весь Ютуб. Главное, чтобы Чан твой послышалось и услышал. Да я потом кусочек вырежу специально для Чана. Я выбью тебя, если ты это сделаешь. Ментально.